лошади разобрали согласно стартовых номеров, и старт машины ведет их к линии старта. Внимание, будет даваться старт первому призовому заезду. Вектор старта с небольшим преимуществом повела Карика. Карика допустила сбой. На первую позицию определился вороной напор. У двухлетних лошадей это буквально вот второй старт в их жизни. В прошлый раз они проходили квалификацию, а вот сегодня, 8 июня, уже бегут в призу. Лошади подходят к отметке первой четверти. Впереди с небольшим преимуществом напор. 49 секунды первая четверть дистанции. Первые 400 метров. Впереди напор. На второй позиции Карика. Карика по дальней прямой захватывает напора. И определяется на первую позицию. К отметке четверти впереди Карика. 41,6 секунды. Вторая четверть. Лошади входят в левой от судейской коллегии поворот. Впереди Карика. На второй позиции напор. Лошади проходят поворот и подходят к отметке третьей четверти. Третья четверть находится на выходе из поворота на финишную прямую. Впереди Карика. 39 секунд, ровно третья четверть дистанции. Лошади вышли на финишную прямую. Впереди Карика, на второй позиции напор. Лошади двигаются к финишу. Напор пытается сделать бросок и захватить Карику. Карика не уступает. Лошади подходят к финишу. Внимание, финиш.